Серьезный пожар произошел ночью в Прокопьевской Кемеровской области. Там загорелось здание бывшего хлебокомбината. По неустановленным пока причинам возгорание произошло в заброшенных производственных помещениях предприятия. Огонь охватил 4 этажа, пострадавших нет. Сбить пламя и потушить пожар удалось только через несколько часов. Соседние здания и сооружения не повреждены. Сотрудники МЧС сейчас выясняют, что стало причиной возгорания.